Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 553 вычислите. Чтобы вычислить, раскроем скобки, применяя правило раскрытия скобок плюс перед скобками, и приведем к одному знаменателю, к знаменателю 80. Итак, минус 33/80 плюс перед скобками, знаки в скобках не меняем, получаем. Плюс 15/80, привели дробь 3/16 к знаменателю 80. И минус 39/80. А теперь сначала найдем сумму чисел с одинаковыми знаками. Минус 33/80 и минус 39/80. Знак оставляем тот же, минус, а модулю складываем. Получаем 72/80, минус 72/80 и плюс 15/80. А теперь правило сложения чисел с разными знаками. Из большего модуля вычитаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. Знак будет минус, а модули вычитаем и получаем 57/80. Б. Раскроем скобки, применяем правило раскрытия скобки, скобок плюс перед скобками, и приведем к одному знаменателю. 45. Получаем 2/45. Раз плюс перед скобками, знаки в скобках не меняем. Минус 3/45. И дробь 7/9 приведем к знаменателю 45. Получаем плюс 35/45. А теперь найдем числа одного знака. Это 2/45 плюс 35/45. Знак тот же, то есть получаем положительное число, модули складываем. Будет 37/45. И минус 3/45. Числа разного знака, из большего вычитаем меньше, и знак большего модуля. Знак большего модуля тут плюс, а 37 отнимаем 3, получаем 34. Знаменатель остается тот же, 45. Дробь несократимая, поэтому ответ 34/45. В. Раскроем скобки. По правилу раскрытия скобок минус перед скобками. Все знаки в скобках меняем у слагаемых на противоположные. И переведем дроби к общему знаменателю 15. Получаем 7/15. Дальше меняем знаки в скобках у первого слагаемого. Минус 4/15. У второго слагаемого тоже меняем знак, будет плюс. И приводим эту дробь к знаменателю 15. Получаем 3/15. А теперь складываем числа сначала одного знака. 7/15 плюс 3/15. Будет 10/15. И минус 4/15. Получаем 6/15. Дробь можно сократить на 3. Получаем 2/5. Г. Раскроем скобки. Приведем дроби к общему знаменателю. 16. Перед скобками стоит знак минус. Значит, знаки в скобках у слагаемых меняем на противоположные. Получаем минус 5/16, минус 1/16 и плюс, приводим дробь к знаменателю 16, получаем 14/16. Складываем дроби одного знака. Минус 5/16, минус 1/16. Отрицательные числа, получаем отрицательное число. Модули складываем и получаем 6/16 и плюс 14/16. Теперь уже складываем числа разного знака. Из большего модуля вычитаем меньший модуль и получаем знак большего модуля. Получаем 8/16. Можно сократить на 8, это 1/2. Д.
И опять раскроем скобки, переведем дроби к общему знаменателю. Общий наименьший знаменатель тут 27. Минус 1,27. Перед скобками стоит знак плюс. Значит, знаки в скобках у слагаемых не меняем. Приводим дробь 7 девятых к знаменателю 27. Получаем плюс 21,27. И минус, знаки не меняем, приводим дробь 2 трети к знаменателю 27. Получаем 18,27. Теперь складываем числа одного знака. Минус 1,27 и минус 18,27. Получаем отрицательное число минус 19,27. И плюс 21,27. Складываем числа разного знака, из большего модуля вычитаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. Получаем 2,27. Мы сделали номер 553 от А до Д. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.